России 6-й год подряд снижаются реально располагаемые доходы. Кто несет ответственность за снижение доходов населения? Правительство. Мы выдвигаем с вами лозунг «Правительство в отставку». Потому что ни в одной стране мира не будут терпеть 6 лет правительства, при котором экономика не растет. Мы с вами что-нибудь хорошее видели от Думы? Видели только дурно. И не только мы с вами, все. Дума поддержала пенсионный законопроект. Значит, мы выдвигаем второй лозунг. Роспуск Думы. Третий лозунг. Раскассировать пенсионную реформу в ее нынешнем виде. Вот три идеи, которые способны объединить все население Российской Федерации. Если снижаются наши доходы, кто в этом виноват? Кто отвечает за экономику? Правительство Российской Федерации. Кто принял закон о пенсионной реформе, который обокрал людей в прямом смысле слова, миллионы? Парламент Российской Федерации. Вы защищаете свои базовые экономические интересы.